Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів», керівник Валентин Бєльський, продовжує вивчати і поширювати таке явище, як підприємництво. Чергова зустріч була присвячена культурі підприємництва. На неї запросили тих, хто має певні здобутки у бізнесі, а також тих, хто лише збирається розпочати власну справу. Николаевский клуб директоров объединяет предпринимателей успешных. Успешные предприниматели могут найти в нашем клубе аудиторию благодарных слушателей. Слушателей, которые хотели бы перенять их опыт, слушателей, которые хотели бы присоединиться к их великим командам, слушателей, которые готовы всячески поглощать и внимать их успешность, перекладывая ее на свой путь в будущем. Также в клубе директоров мы рады приветствовать начинающих предпринимателей. Предпринимателей, которым очень важно общение с коллегами, с теми, кто только начинает путь, а также наставничество более успешных бізнесменів. Кожен з чотирьох спікерів відповів на десяток запитань. Звідки взялась ідея бізнесу? Звідки взявся або чи був потрібен початковий капітал? Яку книжку радив би прочитати іншим? Тощо. Першим моїм заказчиком були мої батьки. Тому що на кухні у нас не було якісного уголка. Я, як інженер-кораблестроїтель, тут же предложив їм зготовити їх із металу, цей уголок. На що вони посміялися і сказали, так ніхто не робить. У тебя ничего не получится. Первые мои заказчики, которые я рассчитывал, что придут ко мне с деньгами, сказали мне нет. Ну, путем нехитрых манипуляций мне таки удалось выдурить у них аванс на первый мой заказ. И надо сказать, что этот уголок благополучно более 20 лет уже находится на доме в кухне моих родителей. И они всегда приглашают меня присесть на него, когда я прихожу к ним в гости. Важлива риса підприємливої людини – наполегливість. Своє діло почав, тому що не представляв, як я буду жити, глядя на своє окруження, як можна жити, заробляючи 3 тисячі гривень і з утра до вечора працювати. У мене були моменти відчаяння, коли там 4-5 ідей вже по бізнесу не сработали, треба було йти куди-то працювати. Самі великі пораження, мабуть, вони кожен день. Каждый день я делаю массу новых дел, а в новых делах без поражения невозможно. Где-то моя статистика – это 5 неудач, 1 удача. Это в лучшем случае, и это очень хорошо. Как правило, этих неудач намного больше. В день я делаю 10 каких-то новых дел, и всех 10 терплю неудач. А потом, когда-то, получается 1 удача. Никакого секрета нету, просто нужно больше делать, больше проигрывать, чтобы потом в итоге выиграть. Скорее всего, что мы искали в первую очередь, это как некую бизнес-площадку, как некий университет или школу для самих себя, в которой мы сможем набираться опыта. То есть если в школе мы ходим, нас чему-то сами учат, то здесь мы сами для себя создали площадку, в которой можно совершать ошибки, в которой можно их исправлять и в которой можно получать то, чем занимается бизнес, это прибыль. У меня есть список из 100 целей, которые я хотел бы достичь, и буквально совсем недавно я просчитал, сколько мне это все обойдется. У меня вышла сумма в 2,7 миллиона долларов. И тут сразу мне такой, бум, ну, а что ты так медленно работаешь? У тебя сейчас такой заработок, а когда же будет 2,7 миллионов? И тут ты понимаешь, надо быстрее. Надо еще быстрее это делать. Деньги, деньги, деньги. Для меня деньги никогда не были мотивацией. Деньги – это ресурс на самом деле. Ресурс, который может умножаться, увеличиваться. И, ну, собственно, его нужно пользовать. У меня никогда не было сбережений. Можете посмотреть мою декларацию. Там нет сбережений. У меня их никогда не было. Они все время работали. Деньги должны работать. Если есть какие-то там карманные деньги или какие-то там деньги на непредвиденные случаи, то это скорее у моей жены, там может быть какие-то там заначки или у тещи, но не у меня. Я все время что-то пускаю, все время в работу. На самом деле я всю жизнь стремился к независимости. Автомобиль мне хотелось не потому, что он там красивый или потому, что на нем можно ездить куда хочешь, на море, например.
там, квартиру, жилье і все остальное, просто независимость. Один з важливих практичних висновків, що зробив для себе керівник потужної IT-компанії Олександр Сінкевич, не можна замикати всі керівні важелі на себе. Але й абстрагуватися зовсім теж не варто. Сейчас я делегировал максимально все полномочия от себя своим замам и так далее, людям, которые находятся в иерархии нашей компании. Я все равно оставил за собой право последнего собеседования, чтобы знать человека, с которым я общаюсь. То есть, с которой работает у меня в компании. Знать его мотивацию, знать его там, принципы, ценности, кто этот человек, может ли он там, один вопрос может очень многое прояснить, когда вы готовы приступить к работе. И если человек вам отвечает, да хоть завтра, я понимаю, что этот человек не очень мне подходит. Потому что завтра то же самое может произойти со мной, когда он найдет другую работу. А в это время он должен закончить проект какой-то и так далее и тому подобное. Особисто я після цієї зустрічі переконався, що справжні підприємці – це люди, які просто фізично не можуть зупинятися на досягненому або опускати руки в разі тимчасової невдачі. Розвиток залізничного транспорту був однією з центральних тем виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, що відбулося на Миколаївщині. Розвиток залізничної інфраструктури Одеської залізниці у Миколаївській області. Саме так називався пункт порядку денного засідання парламентського комітету з питань транспорту. Йшлося про низку питань. Головні – модернізація пасажирського вокзалу та електрифікація окремих ділянок залізниці. В Україні 21 тисяча 700 кілометрів залізничних доріг. З них майже половина, 47%, електрифіковані. Досить серйозною проблемою на напрямку Долинська-Миколаїв – це є вузькі місця, тобто одноколійні дільниці, це є неелектрифікована дільниця, де працює теплотяга. Ми розуміємо, що це продовження транспортного коридору, особливо в морські порти, де ми сьогодні очікуємо зростання обсягів перевезень. Тому одним із серйозних питань, яке на протязі вже 5 років розглядається, і розглядається воно вже спільно з банками ЄБРР і ЄІБ, для отримання кредиту, для розбудови і електрифікації даної дільниці. Тобто планується здійснити проєкт за власні кошти «Укрзалізниці» та за кредитні Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Загальна вартість робіт – майже 300 мільйонів євро. Що це дасть? Це дасть переведення всіх поїздів на електротягу на даних напрямках, знизити споживання дизпалива на 198 тисяч тонн на рік, зменшити викиди шкідливих газів в атмосферу на 646 тисяч тонн в рік, дозволить значно поліпшити екологічну безпеку регіонів. Комплексне підвищення рівня ефективності залізничних перевезень таким чином призведе до щорічної економії у сумі понад 2 мільярди гривень. Надеемся, что мы приступим в 2016 году к реализации стратегической задачи по строительству данного участка. Значит, по заключению нашего института, значит, срок окупаемости реализации проекта по Долинска-Николаев он составляет 4,5 года. Серед причин реалізації проєкту – зростання обсягів переробки вантажів миколаївськими портами і терміналами. В цьому контексті йшлося про модернізацію та збільшення пропускної здатності станції Жовтнева. Станція Жовтнева у нас єдина станція, в якій перерабатуюча способність станції перевищає перерабатуючу способність порту на сьогоднішній момент. Вона у нас є тупиковою, основне направлення з Николаєва. Значить, перерабатуюча способність станції сьогодні 686 вагонів, при тому, що порт Октябрьський по перерабатуючій способності 277 вагонів. Значить, ми розглядали на протяжении нескольких лет возможность увеличения перерабатуючої способності по Никотера. Значит, и в том числе со строительством дополнительной станции, которая будет на балансе обслуживаться полностью Никотеры. Железная дорога дала свои предложения в части реализации этого проекта, видения. Насколько он будет реализовываться, ну, я думаю, что пока об этом, наверное, говорить, ну, может быть, даже преждевременно.
Що стосується об'їзного шляху навколо корабельного району Миколаєва, про необхідність будівництва якого давно говорять, коштів у фінплані «Укрзалізниці» на 2016 рік для цього не передбачено. Підключаться, мовляв, якщо знайдеться інвестор. Грузопоток и грузооборот предприятий морехозяйственного комплекса, который находится именно в этом районе, очень стремительно растет. Есть инвесторы, которые вкладывают деньги не только в наш порт, но предположительно будут вложения в порт Октябрьский, уже ведутся об этом разговоры. Поэтому я предполагаю, что грузопоток только нашего предприятия в ближайшей перспективе может вырасти приблизительно на 2 миллиона тонн. При грузообороте 4,5 миллиона тонн в прошлом году. Сейчас действительно несколько мы разгрузили станцию Жовтневе, вот говорили, что там 628 вагонов, да, пропускная способность, но в пиковые периоды, это ноябрь-декабрь месяц, наше предприятие только принимает более 400 вагонов в сутки. И еще добавить порт Октябрьский, еще добавить НГЗ, и это уже не вписывается в те рамки, о которых мы говорим. Станция Жовтневе строилась изначально только для обслуживания порта Октябрьского. Поэтому с учетом развития нашего корабельного района, с учетом развития нашего предприятия, с учетом развития предприятий частной формы собственности, я хотел бы отметить, и такая договоренность есть с Укрзалезницей, развитие любых терминальных комплексов должно быть согласовано как с Укрзалезницей, так и с Автодором. Для того, чтобы сегодня, если бы эта проблема была поднята 10 лет, наверное, мы бы ею сегодня не занимались. Поэтому в плане приоритета для развития порта Октябрьский я бы выделил следующий момент. Электрификация переезда Николаев грузовой, Кульбакина и станцию Жовтневе. Потому что мы тоже все-таки где-то конкуренты сегодня являемся, поэтому для нас это тоже важно. Вопрос переезда корабельного района – это вопрос и экономический, и вопрос политический, поэтому, наверное, все-таки нам надо провести рабочее совещание в рамках совета нашего порта и совета тех предприятий, которые находятся в корабельном районе. И тот вариант, который предложил Юрий Юрьевич, наверное, он первостепенный сегодня, посмотреть возможности финансирования, эту проблему нужно решать. Либо реконструкции железнодорожного путепровода, либо туннельный переход, либо виадук. Я думаю, что вот такие возможности можно будет найти. Вопрос строительства объездной железной дороги, он наиболее сложный, наиболее затратный и наиболее проблематичный, поэтому я бы его поставил все-таки немножко в третью очередь, но тем не менее, с учетом выделения определенных земельных участков частным, будущим частным стивидорным компаниям на территории Лимана, наверное, он все-таки возникнет. И, во всяком случае, на стадии проектирования он сегодня существует, спасибо, некоторые этот вопрос разрабатывал, но этим вопросом нужно заниматься. Що ж до реконструкції Миколаївського вокзалу, про це йдеться близько 10 років, але постійно не вистачало чи то коштів, чи то бажання відповідних чиновників та виконавців. В этом году первое то, что уже ведутся работы, это по самой платформе, по реконструкции платформы, с учетом ее благоустройства до 29 ноября работы будут завершены в полном объеме. И буквально через дней 10 мы приступаем к реконструкции, значит, комнат отдыха с учетом реконструкции и внутри, и кровли, и фасада алюкобонда со стороны путей. Наступного року планують повністю завершити зовнішні фасадні роботи та реконструювати касовий зал.